Ха! Вот какая красота! Такая крепость Алании. По вечерам тут такой потрясающий закат, дорогие зрители. Вот видите, да, вот между этими двумя равнинами солнце заходит. Ах, красота, да. Я вас приветствую, меня давно на канале нету, несколько дней, наверное. Времени не было снимать новые ролики. Ну, кого интересует какая-нибудь недвижимость, вилла, звоните. Как бы работаю по запросу. Лодка ушла, паротишись, сейчас тоже улетит. Здесь подземный переход, дорогие зрители, прямо около здания. Вся инфраструктура в шаговой доступности, сеть магазинов Мигры, сеть магазинов ШОК, сеть магазинов БИМ. Есть несколько подземных переходов, 4 минимум, как помню. Там речка Дим. Проект был задан в 2009 году. Вид на горы. Глазами я все вижу вот так. Сейчас вы увидите. Вот так все видно глазами. Крепость Алания. Вот, видно вот так. Закат вы тоже видите. Представляете, все красное. Красное небо по вечерам. Огромный один балкон. Есть бассейн открытый. Айдат 600-800 лир. Юго-западная сторона. Отсюда видно даже Каркаджак. Отель Утопия. Вот она. Плавный вход, песчаный пляж. Вниз спускаться не буду. Вот, отсюда я вам покажу, что плит нету. Ага, видите, да, что песок. Все купаются. Угу. Ресторанчики. Хорошая локация. Тосмор, это, можно сказать, золотая середина. Вы отсюда за 5 минут доезжаете до центра города. Можно по трассе D400, можно по первой линии. И за 5 минут доезжайте до Махмутлара, 7 минут до Каркаджака. Можно и сесть на велосипед, поехать в центр города. И туда. Короче, вы там увидели кое-что. Теперь надо показать себя. Давно меня не видели. Я тут, дорогие зрители, жарко. Вот шляпа у меня как раз была в машине. Я его взял. Смотрим дальше. Спальня. Вся полезная площадь в этой квартире с балконом вместе где-то 95 квадратных метров. Спальня тут 15 квадратных метров. 14-15, полезная площадь. Гостиная, совмещена с кухней. Здесь 28 квадратных метров, потому что прихожая большая, там у прихожей где-то 8 квадратных метров только. Также выход на балкон, большой балкон. Балкон где-то 15-20 квадратных метров. Отсюда вид на крепость Алании. Кондиционер фирмы Siemens. Ставим лайк, подписываемся на наш канал. Есть также бюджетные варианты в районе Махмутлар. Начинается цена от 72 тысячи евро, от 75 тысяч евро, старый 1+1. В новостройках есть цены у меня 95 тысяч евро, 100 тысяч, 120, 115, вот так. Угу. Один санузел. И здесь гостевая комната. Можно переделать снова в спальню. Тут 11 квадратных метров.
Телевизор Арчелик. Теперь самое главное, дорогие зрители. Два лифта тут. Бассейн большой. Цена 270 тысяч евро. Звоните по номеру. Плюс 90 555 064 91 10. В этой квартире сейчас скидка. Так, то, что вы сказал, вот эта цена минимальная. Раньше была 298, что ли, 300, что ли, не помню. Ставим лайк, подписываемся на наш канал. Всем пока-пока.